Привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Kia Rio. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую уже обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. И также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылки, установить колесо. Ну, пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили им проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется блокшот. Владелец согласился. Ну, пока работаем с подкрылками. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Справа от меня голый, слева обработан. То есть сами можете услышать разницу до обработки, после обработки. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!